я ее тестировал, немножко дома посмотрел, но мне интересно, как она снимает в вечернем режиме. И вообще, что происходит здесь у нас, будет, как это будет смотреться. Вот иду я в тренажерный зал. Стримил сегодня хорошенечко. Сегодня у меня грудь, спина, руки. Я качаюсь по системе вверх-низ. Низ у меня ноги, плечи. Вверх у меня идет грудь, спина и руки. Ну, понятное дело, каждую тренировку надо качать пресс. Сейчас я нахожусь на сушке. Уже получается сегодня 10-й день. Как тоже привык, скинул там. Скоро будет уже около 4 килограмм. Чувствую себя великолепно. Все хорошо. Вот. Иду, собственно говоря, пешком. Потому что надо тоже дышать свежим воздухом. Мужчина пусть отдыхает. Тем более идти совсем недолго. Скоро уже приду. Так, выходим из раздевалочки. И понимаем, что тут реально у нас идет движение телочек. Телочки вот такие крутые. Вот такие вот телочки у нас занимаются. Хорошие. А здесь другие танцы. Здесь такие танцы. А здесь тоже аэробика. Другое движение. Видите, сколько залов, сколько девочек. А здесь уже более все серьезно. Я ж на сушке, я пока не бухаю. Обессилил. Немножко, но вежишь теряется. Так, ну что, грудь покачали. Сделаю небольшую разминочку. Ну а теперь будем делать тягу блока за голову, ребята. Приходим мы вот сюда. Возьмем мы где-то на 14, начнем на 55. Самые крутые, но это не железо, гонять можно и дома.
вам стабильно заниматься регулярно. Так, ну теперь мы качаем на рычажке, как я вам и говорил. 10 повторений, 3 подхода. Вот поставил по 32,5 на каждую руку. Посмотрим, что, собственно говоря, из этого у нас получится. Поехали. Вот такой вот баттерфляй, так называемый станок. И будем делать здесь. Фух. Вес 60 у нас получается. Ладно, по-другому. Давай как? Вот так. А что, я так могу нормально абсолютно? Тягу к животу, качаем, продолжаем качать спину. Фух, поехали. Так, ну что, поделали тягу блока. Фух. Продолжаем делать бицуху теперь. Качаем теперь бицуху. Так, ну где-то вешаем килограмм. Надо уже желательно бы по 12,5. Ну, начнем с 10. Ладно, начнем с 12,5. 12,5 это то, что в принципе нам надо. Потому что этой же штангой будем качать, собственно говоря, правильно, детки, именно трицепс, а именно французский жим, что это круто, именно заниматься с хорошим профессиональным тренером. Так, ну что, начинаем делать бицепс широким хватом, стоя. Так, мы берем вот так вот. Опа. I'm just here waiting when the sticks and stones are broken and they kick dirt in your eye. Thank you.
не такой какой-то серьезный там качок, да, чтобы вам рассказывать на тренировках каждое упражнение, что, за что оно отвечает, за какую группу мышц, как правильно его качать четко. Я думаю, что сейчас достаточно, более чем достаточно этих роликов в Ютубе я видел. Очень много качков, все время выкладывают их практически каждый день, появляются новые видосы. Поэтому, если вы хотите посмотреть, как именно правильно качать, то для этого есть много роликов. Бывает, встречаешь спортсмена, который занимается уже несколько лет в зале, смотришь на него и хочется спросить: братан, ты вообще когда-то спортом занимался? Вот мне кажется, чтобы такого не было, сразу идите к тренеру, и тренер вам сможет помочь и по правильному питанию, по набору веса, если надо, или наоборот, если надо, правильный режим сушки вам расскажет. Или просто правильная музычка играет. Приятно идти домой, чувствовать, что ты отработал. Где мой мотор тука? Мотор тука, give me please. BMW. BMW. I want, please. Или хотя бы вот такой вот. Что это у нас такое? Lexus или что это? А вот Audi. Какая она кайфовая. Блин, помытая, такая красивая. Вот сучечка. А это Mazda, да? Ну, Mazda тоже, ничего такая. Похуже детка, конечно. Вот, ну, в принципе, тоже могла бы подойти. Ну ладно, это был Даня Зевс, ребята. Увидимся, пока.